то я имею в виду раунд. А, сколько еще игр до калибровки? У меня, по идее, это последнее. Вроде бы, как бы. Я не уверен. Но должна быть последняя. Их сейчас бы найта через легионку посмотреть. Да ну ее нафиг. Эту легионку с этими найтами. Оно вроде как бы вот это неплохо, да, но что-то я не хочу. Три голды берем, берем. Эльфиком лобби подышить хочется. Но эльфом мы еще не играли. Эльфом мы еще не играли. А что у нас здесь есть? Блин, такой тяжелый левелинг только через вот это. Надо думать. Но антимаг всегда не ошибка, джаггер не ошибка. Возможно, под это стоило вич-доктора взять. Ну, тоже такое. Вариант дров с дровкой мне тоже нравится. Понеслась. Как я затестил сегодня 4 найта, сильно очень. Найты и были сильные всегда. А чем мы, кстати, можем нарыбачить? Ой. А чем мы тогда не рыбачим это? Хорошо. Как ты попросился тебя сыграть на демонах, занял топ-1 на ТБ. Но я же не играю, скорее всего, играл не от того, что ты попросил, а просто от захода. Боже, а можно халяву победить? Очень хочется. Я, короче, сундуки все скрою сейчас же. Антимаг, держи. Ну тут не хватит, тут Марса сильнее. Тут Марса сильнее по дороку. Нежить, не знаю пока, нежить. Или не нежить. Я знаю, что так было сильнее поставить. Вот это, вот это. Ну, сейчас посмотрим от юнитов, что зайдут. Как бы легче не стало. Последний предмет брать не хочу, потому что любой из них это один офф. Ice is nice.
Тут два парня ливнули. Это очень плохо, что они ливнули. Это будет хреновая игра. То есть о лустриках тут и речи идти не может. А вот о хуманах может вполне себе. Но все равно я должен вот это оставлять. Я хочу это поставить, не могу. А здесь 4, 5, 6, 7, 8 голды. То есть, если только продать все. Но... Я думал, а что сейчас будет, если я поставлю 2 хумана с пандой и антимагом? То есть, повысил бы шанс на то, чтобы мне прилетел какой-нибудь хуман третий. Ну, такое. Но это такое себе. Хочу про левел подумать, как это сделать. Так. Мне нужен шанс на хумансов. Пойдет, пойдет. Вполне себе пойдет. А, панда может принести даргирных челов? Нет, панда может принести только те, кто активен в пуле. Ну, считаю, что мы достаточно сильный борт выставили. Может, шторм какой упадет, это будет круто. Переиграно. Боже, как легко. А как же легко это было играть. С этой каткой все понятно, несите новую. По логике монополия не действует на пул Даргира. На пул Даргира не действует монополия, это правда. Марс этот душный, прям пипец. Хилиться еще там с этой козой, убейте это наконец. И ты давай до души, и все хорошо, да? Что-то я, короче, вот так считал, да. Зашел по попаданию котла, забавное хихи, конечно, забавное. Насколько это будет... Грязно сделать вот так. В этой игре. А у нас же нет спектрип. Шел нафиг. Что-то я перепутал. Злобное хихиканье. Я бы сказал, подлое хихиканье. Котла вытащишь. Не трогай котла, одумайся. Тебе он не нужен. Сучка на пудже. Специально ЦМ-ку ставил, хорошо, но это два пудж. Это грязь. Let it burn.
Даргир есть, есть. А кстати, может быть так? Лолбоб, хи-хи-хи. Что-то в голос, а ну-ка дайте послушаю. Пиздец. Ору просто. Я тоже что-то в голос. Дракон. Неплохо. Аминь. Иди сражайся. Забавно, спасибо за клипчик, Лолбоб. От души поржал. На 16 место, 17-19. Двадцаточку вернем. Ладно, Роман, мы должны закончить эту калибровку без поражений, но мы пытаемся. Мы честно пытаемся, видите, я все сделал, чтобы было именно так. А какой смех у тебя стоит на сумоне Зевса, я не знаю, ну то есть... Сумон Кунки нужен. Что за волки, обилка? А, удваивает крипов. Но мы ее брать не будем нам. Ну, как бы вообще можно и волков взять. Вообще можно и волков взять и надеяться, что мультикаст нам придет за два этих. Ну такое. Зачем разбирать кольцо? В тот раунд, когда я разобрал, оно дает вместо 15 регена 20. Так что в разобранном кольце реально есть смысл. Дратути 2, дратути, Бурмалейкин. Дратути. Ты же способен кунку принести? Прям вот высрать. Сейчас кунка придет. Не исключено. Лучше взять ключ и забанить хуманов. Отличный совет. Из разряда вредных советов. Такое, да, все. Ну ладно, подождем. Не, ну котла и дракона принести, это очень круто. То есть это супер уважаемо. Сори, пак. Многодетная мать и так ничего не принесет больше. Ну, что посмотрим. Мать драконов, блин. Ну, я, пожалуй, оставлю это, потому что два дракона, пак этот, минус это.
Как игра втиснуть, не знаю. Это продавать не хочу, да? Или хочу? Жадно, конечно, но что поделать. Буду жаден и говядина. Боже, как он всех цепанул? Да ладно. Может, стоило подролиться немножко. Что-то очкую я. Неправильно расставился, надо было этих по стеночке пускать. Хотя, чё тут вообще изи? Так, нам не хватает энерджи бустера. Мы все предметы сейчас скроем, не вообще изи. Что-то не почувствовал этих крипов. Ну, кто ж знал, да? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Нам орбитку, наверное, обязан брать все равно. Мне нужно еще деф найти на экскрипов. Блять, опять этот пудж вонючий. Всю душу из меня вытрепал. Он сейчас перезарядится опять, да, ЦМ-ку. Не успел, ладно. Какую обилку взял? March of Beasts. Time to shove off. It's Commander Tresden to you. What is this? A game of some sort? Может, я, конечно, немножко психану. А может, и не немножко, но можно посидеть АФК. Я думаю, что это надо дракону дать. Со всеми пирогами. То есть деньги сейчас не самое важное. Слота под разору у меня, скорее всего, не будет. Надо правильно поставиться. Дракон, держи. Ну, дальше отдыхаем. Сейчас ливнут их насыпет. Я тоже так думаю, что деньги сейчас быстро восстановим. О. Пойдете. Death.
Раз денежки установили, сейчас два установим. Все у нас хорошо. А Джакира у нас нет в пуле? У Джакира в пуле! Я не знаю тогда, что этот панда нам не принес Джакиру. Ну, сейчас next роли придет Джакира. Че я переживаю? Энигмы в пуле нет, может, с нами разор не пойдет. Или нам Угрмак не нужен. Астрикс объем. Вонючего пуджа. Ну, кстати, Сэмку заперли. Он будет вытаскивать Сэмку. Это хорошо. Корабль ужасный. Дракон потеет, но что-то тяжело, да? Уеби. Жаль. Ну, кстати, да, подролил, попытался хоть что-то. Типа... Да ладно, нормально. Все, уже решили, что с нами идет, что нет. Не, пяти дракон здесь вряд ли будет. Угу. Ну ладно. Ладно, деньги брызги, найдем новые. Правильно говорю? Так, а манты у нас нету? Нету. Криты дадим, да. Джакира не в планах был? Как-то не в планах. Я же сказал, next роли Джакира. Джакира пришел. Все как и планировалось, идеально. Что вы там наговариваете? Сейчас еще, может, с Даргиров что-нибудь повытаскиваем. С двух. Лякунки задавили. А кто нас пулит? Там Аркварден еще? Ясно, понятно. 21 раунд, 10 левел. Ну, понятно, что без этого, без... Без денег. Ну, тоже неплохо. Ну, наверное, как-то так пока стоим. Игра закончится быстрее Dark Roll'ов, может быть. Ничего с этим не поделаешь. А нажать ради шестихумана. В смысле, еще одного шестихумана? Ну, с Даргиром я могу 9. Скольки? 8 хуманов собрать. Но думаю, что нам это не надо. У нас 6 хуманов на борде. Сколько дуэлей в Леге? 3. Очень боевая регионка. Ну, это у нас еще нет Т2 котла. Т2 пак, мы вообще на единичках стоим.
Эх, а был бы мультик. Вообще я рассчитывал то, что я... То есть у меня 6 перков обилок, которые должны были зайти. Что-нибудь разное зайдет. Я мультик на роль, но не было. Гу книжек не тратит. Да, видимо, мы не будем их тратить. Незачем. О, бабосики. Чуть немного. Я рассчитывал на большее. Я рассчитывал чуточку на большее. Так, а что у нас тогда есть? Насколько будет крут шестимаг? И у нас есть Тайдхантер, Дизраптор, Варлок. Да ну фигня. В смысле, фулл дракон, я имею в виду. Лича, а вместо кого мы лича поставим? Вместо агра? Магнуса давно добавили? Его добавили, но вроде как добавили, но на самом деле не добавили. Вот в чем проблема. Мне легионка не нужна, я точно вытащу омника, собаку, кого-нибудь. Т3 лич. Да мы не доживем до Т3 лича. Кстати, а что так лагает? У меня кстати, лаг что ли включен? Нет. Сервак, не вздумай лагать. Не, все норм. Визаж Виверна Леги. А Винтер Виверма не в пуле Даргира, а визаж в пуле Даргира. Можно в роли Спайдека. Ладно, легионку продаю. Вообще можно было бы чуть-чуть поролиться. Книгу кто дает? Хуманы. Угу. Открыли, молодцы. Ну, паролиться не ошибка. У нас там арканчиков нету. Я что-то не помню. Вообще, что у нас за шмотки? В ком они? В драконе? Арканчиков нет. А нам один предмет до этого. Может, в рот его компот, вот эти даргиры. Одинов, одинов, одинов. Угу. И вроде лишнего никого нету. Может реально омника вместо леги найти. Хотя эти даргер роллы сейчас откроешь, в них заковыряешься. Ой, давай соберем все-таки тифорсик. На. Будешь как муху гонять врагов. От кого ты, интересно, оттолкнулся? Непонятно. Step lively now. Your admiral is on board.
Что лучше, дизраптор или гирокоптер? 21 книжка. Боже, если мы получаем мультикаст... Я даже боюсь представить, что там будет. О, здесь тоже дизраптор. Но мы стоим хорошо. Это бог с дизраптором. А он неплох. Проблема, что мы ебанутый шестимаг на шестихумане. Ну, когда-нибудь, может, арканы соберем, он нам пригодится. Ладно, один раунд подождать осталось. ДК разберем, разберем. Ой, все... Ой, Джакира, какой же ты молодец. Ну так, задача побеждать, но не сильно, правильно? Не всех не выбивать. Чтобы на левел потом хватило. А нафига визажа в даркроллы? Это чтобы сбалансить 9 хантера. Не самый слабый, он нежить закрывает. То есть они хотят видеть ханта со зверями сейчас. Ну окей. Что берем? Еще один гир. Да боже. Ну, не повезло. Так, а давайте посмотрим, что у нас теперь есть. Пан ДК, ты остаешься. А, подождите. У меня где-то тут валяется корона. Я масочки пока сюда сложим. Корону берем. Колечко. Еще где-то колечко. Ой, стрик сбили. Как неприятно. Какая неприятность. Кто лишний пока? Арквардон? Где-то колечко валяется, не могу вспомнить где. Или у меня... А, вот она, оно же. Держи. А, еще левел есть? О чем мы ждем? Угу.
Стоп, а кого я убрал? А, я левел же апнул. Все, вспомнил. Надо было сейчас чуть переиграть. У тебя же рефрешер. В эти книжки. Эти книжки. Горк, ладно, поставим. Я хочу паролиться чуть-чуть. Во, хотя бы вот это закрыть. Хотя бы. Это нам не надо. Enchanted, I'm sure. Get your rotors running! Дракон, держи пока так. Или подожди. Что мы за это можем еще собрать? Во. Во. Во, другое дело, драконыч. Донать ее тогда, хотя поздно, да? Я что-то не понял, чем нас так бахнуло. Стоп, это был Собакин. Гримстрок Лина. Вот, и два Джакир, приятно. Ту-ру-ту-ту. Так, у нас дизрики шмотки лежат. Сколько морбидок? Ну, на тебе одну. Это не лишнее. Может, уже откажемся от 6 комнат? Пока что нечего ставить, поэтому не отказываю. Слушай, я хочу отказаться вот от этого, да? Да. Да боже, где ты? Я не тот ролл нажимаю, надо вот этот ролл был нажимать. Ну ладно. Дать пока вот это дракона. Там есть манта. Одна, вторая. Рефрешер разбирать не хочу. Давайте пока дракону вот это отдадим. В следующий раз. Стрик сюда. Не жадничай, не жадничай, неси. Лич с омником, поехали. Да какой Свен, ну боже. Четвертый, пятый Свен. Какой по счету Свен? Кто скажет? Дракониус, держи. Я не могу вонючий Book of Death найти. Если рефрешнуть варка, копия умрет. Почему? Это не обилка, то есть он не, второй раз не призовет эту копию. Я уже дождусь, наверное, да. Так, если мы поставим плеча, ну давайте возьмем, поставим.
Три личи, что с нами, гирокоптер пойдет? Думаю, что да. Не помните, что мы еще не выставляем Зевса? Просто потому что не выставляем. Кстати, мы очень мало лек нашли для... Ни хрена себе там ВД душит. Как там Гримстрок по моему всему полю с этим линным комбит? Не понимаю. Уже 13-й, почти 13-й точно есть, но хочу его брать только после того, как обилку посмотрю, пощупаю. Если мультикас будет, то мы и в 14-й выйдем. Дракон там под нежитью, конечно, грязно отжирается и кучу хп выносит. Но, блин, на лич под этим это просто бомба. Ладно, получили Даргир, гоу 40-й смотреть. Что Арквардон тебе дает? Ничего. Но фигуру лучше у меня тоже нет. А чё я разбираю дракона? Ну не лича же, да. Это точно твое. Дизоль не точно, Мьёлнир не точно. Или Мьёлнир могу отдать? Да не, Мьёлнир отдам. Левел у нас давно есть. Держу в курсе. Ну нету мультикаста в этой игре. Все, теперь я это могу отдать спокойно. Могу, конечно, манту арку дать. Нужно ли нам это? I ride. The Stormcrafter comes. I ride with the light. Ну на, все равно арк. Все равно держи. Они же что там, пытаются драконов 3 собрать? Нет, это же лича в 3. Армия тьмы, конечно, пытается сражаться, но... Они столько не живут.
А чё бы тебе не дать одну морбидочку, а? Да на тебе и пожить тоже. Чё-то не нашли даже ты два лег. Ролимся в 13-м. Ой, простите, почти в 14-м. И нету ты два лег. Бэм, бэм, бэм. Ну тут ничего не спасет. Хотя, погодите. Дожил, дожил до next round. О, меня пробил. Хорошо, это знаете? Блин, не хватит теперь книжки. А, не хватило. Могу еще дизраптор поставить. Угу. Или закончим это эффектно. Типа вот так вот. Настало время, да, выпускать Зевса? Я тоже думаю, настало. Держи, Зуис. Выпускай Кракена. А что там за инстакаст? Там дизраптор стоит с инстакастом? А, у дизраптора лежит эта херня. Ну чел, чел, ну нет, никак. Ноль шансов. Но ты в 10-м, я в 14-м. О, мне дали за что-то пончик, я даже не знаю, что за этот. Глянь, Даркроллы. Ой, Даркроллы, действительно. А что мы там хотели найти? Мы и так посмотрели на 5 свенов. Собирали только лича и омника.